Честно говоря, у меня была жуткая истерика, потому что... Потому что Елена Анатольевна – человек, который все-таки жил в будущем, и нас всегда настраивала, особенно после смерти Угарова, на то, что мы должны сохранить театр, смотреть в завтра, каждый день работать, не опускать руки, голову и так далее, не остывать. И это ужасный удар и по мне лично, потому что, безусловно, с 2009 года я работаю в театре ДОК как актриса и как режиссер, и просто это мои ближайшие друзья, мои учителя Гремина и Угаров. И очень трудно, я еще никогда не теряла учителей. Михаил Юрьевич умер 1 апреля, и, безусловно, прошло очень мало времени. Елена Анатольевна попала в больницу в день, когда было 40 дней. Конечно, для нее потеря Михаила Юрьевича ужасный удар, который ее подкосил. И ее потеря, наверное, несравнима с нашей. Ну, что касается будущего театра, то вот сейчас мы здесь все так совпало, что кроме вопросов прощания с Еленой Анатольевной, поминок, похорон и так далее, мы обсуждаем еще и вопросы аренды нового помещения. И все настроены решительно, слава Богу. И самое главное, чем мы можем отблагодарить Елену Анатольевну Михаила Юрьевича, это сохранить театр, который, безусловно, был их жизнью и является нашей жизнью тоже.